Харьковская область активно внедряет электронные закупки. На сегодняшний день экономия составляет 22%. Об этом в ходе встречи с начальником отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Кристофером Смитом сообщил губернатор Харьковской области Игорь Райнин. В целом проведено у нас 1000 электронных торгов на сумму порядка 200 миллионов гривен. И очень активно мы сейчас будем наращивать темп. Подошли к этому серьезно, создали хорошую базу. Председатель обладминистрации также отметил, что в регионе ведется активная борьба с коррупцией. На данный момент по взяточникам составлено около 1000 административных протоколов и открыто уголовных производств. С целью борьбы с коррупцией в администрации создан отдел внутреннего аудита и контроля. В первую очередь этот отдел мониторит проведение всех тендеров по всей области. Моя задача им работать очень скрупулезно, но и очень внимательно смотреть, где есть обычные технические ошибки, а где есть сознательные действия. В свою очередь Кристофер Смит сказал, что посольство США в ближайшее время начнет реализацию проекта подготовки мобильных подразделений пограничников, в том числе и в Харьковской области. Екатерина Суханова, медиагруппа «Объектив».